машинки, мягкие игрушки и, конечно, сладости. Мальчишки и девчонки давно знают, что попросить у Деда Мороза за свое хорошее поведение. В этом году в ДК «Родина» немного изменили формат приема новогодних желаний. И теперь просить презент у Деда Мороза могут не только маленькие химчане, но и взрослые. Бросить письмо можно как со своими мечтами, так и попросить исполнить что-то для тех, кто рядом – мамы, папы, друзей. Желания, которые будут в приоритете, это не какие-то материальные, а желания связаны с какими-то эмоциями. Может быть, ребенок хочет попробовать себя, поиграть в футбол с именитыми футболистами. Может быть, кто-то хочет забросить мяч в баскетбольную корзину, чтобы его приподнял швед. Либо попасть к вам на телевидение и стать ведущим программы. В этом году добрую акцию поддержали не только во Дворце культуры. Коробку для детских пожеланий теперь можно увидеть в крытом рынке у станции Химки. Мы поставили волшебный ящик желаний, куда каждый ребенок может опустить письмо Деду Морозу. В преддверии Нового года мы торжественно откроем этот ящик, выберем одно письмо и выполним желание этого ребенка. Так что, опуская туда письма, не забывайте оставлять контактные данные для обратной связи. К исполнению детских мечт может присоединиться любой желающий. И кто знает, быть может, такие ящики появятся и в других местах. Это станет своеобразным химкинским флешмобом. Ведь Новый год – время, когда должны случаться чудеса.